Всем привет! Не ожидали такого вступления? Этот рисунок вступления нарисовала моя подписчица. Ну, наверное. Надеюсь, она смотрит это видео. Так что я хочу ей сказать. Спасибо за то, что ты это нарисовала. После твоих рисунков у меня тоже появилось желание рисовать такие, чтобы я не смотрела в аватаре, какие делать эмоции, а прям самой. Было бы хорошо. Спасибо ей огромное еще раз. Скоро будут итоги конкурса. Да, хоть я его отменила, но в общем, сейчас будет информация о канале и о всем таком. Ну что ж, не будем долго тянуть, потому что я хотела рассказать многое. И начинаем. Я хочу сделать совместное видео с новой КВшницей. Ее зовут Синекрылка. Вот так она выглядит. Ну, вы знаете, да, у нее, наверное, только один подписчик, но неважно. Главное, что давайте сделаем. Теперь про мой конкурс. В одном из видео я говорила то, что он будет на рисунке конкурс. И вот, мне нарисовал только один человек, из которых я нашла рисунки. Потому что отправил он мне в Телеграме. Ну, а остальные рисунки не нашла, даже если кто-то рисовал. Ну, если до 15 числа, подождите, когда оно будет... Если через 3 дня я не найду ни одного большого рисунка, то получается, что этот займет первое место.